регионального отделения Ассоциации студентов и студенческой организации России. Добрый день. Наша организация – это молодежное движение, студенческое движение Российского Союза Молодежи. Региональное отделение мы открыли 13 мая 2016 года. И хотелось бы отметить, что все-таки молодежь, тем более студенческая молодежь, сейчас все-таки сидит не на сайтах, а в соцсетях. И как и у Российского Союза Молодежи, и у Ассоциации студенческих объединений, так как мы работаем в основном по проектам, и у нас у каждого проекта есть группа в соцсетях, и которая как раз наибольшими успехами пользуется у студенческой молодежи. Сейчас кратенько расскажу про наши наиболее выдающиеся